Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре Nautic Acer на свеженькой резанке 4300. Из плюшек, почему он? Во-первых, цена 37 тысяч. За 37 тысяч что мы получаем? Подсветка клавиатуры, не знаю, насколько вам видно, не видно, но она светится, я вас уверяю. Просто сейчас слишком светло. Дальше. Портов огромное количество. Смотрите, у нас USB-шка 2.0, порт под крепление замка и микрофон-наушники. С другой стороны, прям целая коллекция радости, чего не делает ни Asus, ни Lenovo. Во-первых, LAN-порт вообще редко. Сейчас редко кто делает LAN-порты. HDMI-ка понятно, 2 USB 3.0 и USB-C. Жаль, конечно, что зарядка не идет через USB-C. Было бы очень здорово, как, например, Huawei делает. Но как бы чем богаты за эти деньги? IPS-ная матрица, шустрый проц, Ryzen 4300U. По производительности примерно как... Это Ryzen 3, да? А по производительности он как Ryzen 5 3500 предыдущего поколения. То есть достаточно шустрый ноут. Потом внутри стоит 256-й твердотельник. Фирма написана VDC. Я не пробивал, кто это. Возможно, Western Digital, возможно, нет. По скорости достаточно шустрый, я потом скриншотик вам приложу по производительности диска внутри и также, наверное, там ссылочку на юзер бенчмарк. Ноут компактный, приятно очень закрывается, крышка верхняя металлическая, все матовое, пальцы, правда, остаются, но это не критично. Внизу у нас большая радиаторная решеточка. Хорошая вентиляция, причем ножки резиновые, вот раз, два и одна такая длинная резиновая нога на всю длину. Причем производитель сделал такую вещь, он положил в наборчик, в комплект, крепеж под стандартный жесткий диск 2,5 дюйма. Помимо того, что там стоит диск M2 на 256 гигабайт SSD твердотельный, он еще положил вот такую рамочку и шлейфик с коннекторами на SATA. То есть подразумевается, что каждый человек может разобрать его, снять тут винтов, выкрутить, ну сколько их тут, штук 12, и доставить туда диск. Открывать я его не стал, потому что надобности не было, диск мы пока не ставим, лишний раз дербанить, трогать не очень хочется. Но так как вот такой набор есть, я так думаю, что внутри жесткий диск ставится однозначно. Очень приятный нотик, очень шустрый. Винду на него поставил, набил его за 40 минут всем софтом. Все, что в нем было. Матрица тоже достаточно контрастная. Вот я так по это покручу немножко, чтобы вам углы обзора немножко посмотреть. У меня цвет со всех сторон поэтому бликует. Подсвет клавиатуры, ну вот вам видно, да, что она там светится. Тихий. Кулер включает только когда реально что-то устанавливаем. Сейчас вот в простое он находится. Не шумит кулером от слова совсем. Как еще раз скажу, что за 37 тысяч прекрасный вариант ноута. Я рад, что Acer делает такие железки. Надеюсь, что проработает долго. Шнур питания до адаптера примерно 1,5 метра. Адаптер маленький, компактненький, вот смотрите, с ладошку, практически вот в ладонь можно зажать. Здесь разъем трехконнекторный. И примерно 60 сантиметров еще шнур от адаптера в розетку. То есть общая длина провода в районе 2 метров получается, что, собственно, прилично. На этом у меня все. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, видео было полезным. Отключаюсь.